Молитва сама по себе является отражением святости. Но чтобы молиться, нужно изначально быть святым человеком. С другой стороны, если молится человек не не задумывающийся о святости, то молитва, как говорят, не долетает до потолка. Как примирить другую сторону Слова Божьего, когда сказано «все согрешили и лишены славы Божьей»? Давайте разбираться в этой дилемме с нашим экспертом Виктором Ивановичем Корчук. Приветствую вас. Приветствую, Роман Владимирович, всех наших друзей также сердечно приветствую. Виктор Иванович, Вы считаете себя святым человеком? Ну, если и да, то почему? Объяснуйте. Ох, ты вопрос подобрал. Я отвечу, но ну, здесь надо сделать вступление больше, чем сам ответ. Ну, давайте. По Библии да. святой не означает безгрешный идеальный а так большинство вот в россии воспринимает слово святой угу. по Библии святой это отделенный богом от продолжающих дальше идти по широкому пути эти люди остановились на широком пути и хотят с него побыстрее уйти поэтому святой это каждый кто выбрал и провозгласил Иисуса Христа, Своим Спасителем и Господом. Угу. Поэтому, э, согласно Библии, я в смирении и в уверенности отвечаю: Я святой угу. в глазах Бога. Но в глазах людей, конечно же, далеко угу. нет. Есть куда расти. Да, Библия не стесняется называть нас святыми людьми. Ну, давайте посмотрим, может быть, вопрос зрителя ведет нас и поможет в этой дилемме разбираться. Моя прошлая жизнь наложила отпечаток очень жестоких моих поступков. Многие люди, которых я обидел в свое время, ненавидят меня сегодня, всех и не перечесть. Многих уже и в живых нет. Я хотел попросить прощения, хотел бы что-то изменить, но во многих случаях это уже невозможно. Я на себе чувствую человеческую ненависть, и она справедливость, потому что и Богу не могу молиться, разве что только прошу о наказании засаделанное. Но даже пройдя заслуженную кару, я достоин адского пламени. Как достичь хоть какой-то святости, чтобы иметь право молиться Богу? Вот имея этот багаж, как приходить в молитве в таком состоянии? Ну, первое я бы сказал этому зрителю, Просить Бога о наказании не надо. Вот это абсолютно делать не надо. Почему? Потому что в первую очередь Бог работает не над тем, чтобы нас наказать как-то пожестче, адекватно за наше преступление. Первая забота Господа ⁇ как нам помочь переосмыслить и покаяться. И когда мы каемся, то уже наказание становится и бессмысленным. Потому что главное для Господа, чтобы мы грех осудили, дали ему новую оценку, посмотрели на это с его стороны. С Божьей. Да, с Божьей точки зрения. Поэтому не надо просить наказания. Я бы сказал этому человеку, читайте Евангелие, Дух Святой обратит ваше внимание на Божью милость, на Божье прощение, приготовит вас к покаянию, прощение войдет в вашу жизнь и у вас будет новое отношение к себе и к Богу. Ну, правильно, перед кем можно покаяться или вернуть долги, кто среди живых, Бог поможет это сделать. Угу. А кто Кого уже нету среди живых, но я ему причинил зло, покаяние будет принято Богом, он будет учитывать, что был бы человек среди живых, я обязательно бы до него дошел и принес бы ему новые слова или старые долги. Поэтому не надо унывать, угу. сближаться с Господом и думать не о наказании, а о покаянии. Может быть, напомнить о передаче нашей азбука молитвы. У нас буковка «С» да, святость молитвы сегодня тема. А у нас на букву О обетование в молитве. Помните? Может быть, действительно таким людям, которые несут эту тяжесть вины поверить в то, что Бог, если мы раскаиваемся, если будут грехи как богрянные, то есть как настолько снег. кровавые, как снег у если исповедуем грехи, то он, будучи верен и праведен. Все мы проходили это, и только сила веры может помочь преодолеть. Потому что что уже можно изменить? Хорошо, давайте мы услышим, увидим библейский отрывок и попытаемся дальше его разобрать. Внимание на экран. А тем, кто был уверен в своей праведности и свысока глядел на всех остальных, Иисус рассказал такую притчу. Два человека зашли в храм помолиться. Один фарисей, а другой сборщик налогов. Фарисей, встав впереди, молился про себя так. Боже благодарю тебя, что я не такой, как остальные люди. Грабители, мошенники, прелюбодеи, да и не такой, как этот сборщик налогов. Пощусь два раза в неделю, отдаю десятую часть всего, что приобретаю. А сборщик налогов, стоя поодаль, не смел даже глаз поднять к небу и бил себя в грудь, говоря, «Боже, Прости мне грешнику, вину мою. Говорю вам, что Он, а не фарисей, вернулся домой оправданным в глазах Божиих, ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а принижающий себя, будет возвышен. Виктор Иванович, разобрали, услышали отрывок только что. Давайте углубимся в него. Вот два человека в молитве. Кто из них святой, а кто грешник? Почему? И причем оба они в храме, да? Да. Вот, и оба направляют молитву к Богу. Кто из них святой, а кто грешник? Я думаю, это каждый из заметит. Оба грешника. Угу. Оба грешника. Только один это осознает а, и просит у Господа милости. Фарисею же его религиозность мешает ему увидеть свою греховность. И если посмотреть на молитву фарисея, в общем, это и не молитва. У молитвы есть хоть какая-нибудь просьба. А что в этой молитве фарисею Бога просит? ничего угу. религия сделала его самодостаточным и он здесь хвалится собою благодарит бога что он лучше чем рядом стоящий грешный мытарь то есть здесь вот как отчет какой-то напоминание великая Богу, трагедия. что он сделал? он стал настолько религиозным что в общем запутался и все испортил. Потому что религиозность мешает ему видеть свою греховность. Оба грешники. Да. Оба грешники. Но в глазах Бога мытарь более перспективная личность, он осознает и просит милости. Да, действительно, все испортил. Ну, хорошо. А как вообще грешник может стать святым? Сам по себе никак процесс. Никогда. Как это все выглядит? Никто и нигде. Как Мюнхгаузен, конечно, он не сможет себя из грязи вытащить. Почему я такой категоричный? Потому что стать святым – это сверхъестественный опыт. Только святой Бог может кого-то сделать святым. Поэтому наш Бог в начале верующего объявляет святым, и после этого делает святым. Это очень важная очередность или последовательность. Поэтому только святой Бог способен кого-то объявить и сделать святым. Некоторые церкви, мы видим по истории, некоторые церкви взяли на себя эту функцию, которую им Бог никогда не давал. Некоторых людей за особые заслуги на соборах они объявляют святыми. Но ну, это такая человеческая самодеятельность. Ну, то есть подразумевает, что безгрешный, да, святыми называют? Ну да, что-то. Ну здесь даже больше. Этим людям можно будет после объявления святыми можно будет молиться и ожидать, что они как там помощники у Христа поспособствуют решению наших проблем. Библия этому ни разу нигде не учит. Угу. Но все же мы же должны расти. Мы же должны до этой святости как-то дойти, добраться. И молитва, мы понимаем, что играет ключевую роль. Может быть, что-то до того, как мы склоним колени, до молитвы необходимо сделать что-то, чтобы в этом расти. Да, надо сделать на уровне осознания. Святость, согласно Библии, это принадлежность. Это принадлежность. Бог тех, кого приближает к себе и кто откликается, чтобы принадлежать ему, чтобы исполнять, продолжать его совершенную волю, этих людей сходу, с первого дня, Господь объявляет святыми. Вот так согласно Библии. Вот, например, если посмотреть <coughs> у Красного моря под руководством Моисея, огромное количество народа, они выху, вышли из земли египетской, из рабства. Это книга «Исход», 19 глава. И Господь говорит – если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, будете у меня царством священников и народом святым». Бог их вывел и гарантирует, вы у меня будете народом святым, если вот эти добрые отношения, которые сегодня, вы их будете продолжать и развивать. Поэтому святость ⁇ это принадлежность. Например, установили сироту, угу. дали ему новую фамилию, дали ему комнату, игрушек много, новая чистенькая постель. Теперь он часть новой родни часть новой э, вот, семьи. Поэтому святой ⁇ это каждый, кто вошел в Божью семью. Он еще не идеальный, он растет, он познает, он развивается, удаляется от зла, но он стал на сторону святого Бога. Из-за этого факта он уже святой. Угу. Так учит Библия. Хорошо, чтобы больше и шире было понимание у наших зрителей. Кто или что делает человека святым? Кто? Только святой. Святой Бог может грешника, помогая через Святого Духа, его выравнивать, округлять, смягчать все эгоистичное, греховное, злое, все с его сердца вот, удалять и замещать на свое божественное, совершенное. Только Святой может делать святым. Это наш Господь. Угу. Вспоминаются одежды да, из притчи. То есть получается, Бог Ничто в нас такого никогда не найдет, что сделает нас святым. И в притче ⁇ Одежда, которая покрывает нашу праведность, праведность Иисуса Христа ⁇ Ну, ты вспомнил замечательно к месту, и то, что Библия говорит о белых одеждах, и то, что в притче о блудном сыне, угу. когда они встретились с отцом заново, первое, что дает отец сыну, обувь. Одежду одежду, перстень. Вот. сын не заработал, ничуть ничем не заслужил. Так Одни убытки нанес от отцу. него разило, он же недавно от хрюшек ушел. Это аж особый и, запах. И новая одежда. То есть отец его снова делает сыном, делает святым. Меняет статус. Да, поэтому святость это принадлежность. Угу. Это не безгрешность, не идеальность, потому что мы растем, созреваем, удаляемся от греха с каждым днем. То есть копаться, искать ее где-то у себя, линейкой какой-то мере, на весы какую-то святость свою, соревноваться, как мы это в притче только что увидели Христа. Ну, а действительно, это в личности, это Господь, который наделяет и меняет статус. Скажите, может быть, практические шаги? Что бы вы порекомендовали зрителям? Что необходимо делать, чтобы эту святость приобретать, чтобы становиться тем, кого Бог называет святыми? Мы уже говорили с тобой: святость это подарок. Но к нему надо приблизиться, поверить, протянуть, протянуть руку и взять. Угу. Иногда на почте надо паспорт и подтвердить, что я это я, потому что посылка на мою фамилию. И когда почта убеждена, что я это я, пожалуйста, ваша посылка возьмите с собой. Значит, первое поверить в смерть Христа за мои грехи. Каждому человеку за свои грехи поверить, что смерть Христа была не случайной, не как-то трагический случай, не вот как-то так вышло. А это был Его выбор в нашу пользу это осмысленный подвиг, чтобы нам дать новую надежду. Поверить в это. Угу. Второе: прийти к Иисусу каким есть. Не тратить время на самоусовершенствование, угу. чтобы я сам стал хорошеньким, чистеньким и, и так дальше. Вот кто какой есть. Чем быстрее, тем лучше. Не тратить время, прийти к Иисусу покаяться. При покаянии происходит чудо. Иисус прощает грешника и в придачу дарит ему белые одежды». То есть новый статус. Угу. Он объявляет покаявшегося грешника, объявляет святым. И теперь радостный, прощенный грешник, но уже святой. Главная задача всей жизни – хранить белые одежды угу. и в прежнее болото не возвращаться, даже не приближаться. Угу. Хранить белые одежды. Да. Не ходите и не смотрите даже в том направлении, да. Да, не мыслить, то есть поменять кардинально вектор. Наверное, святости к покаянию имеет отношение, да? когда мы уже к Богу все время направлены. Мне нравилось, понравилось выражение сегодня ⁇ взирайте и живите ⁇ То есть смотришь на себя, разочаровываешься, смотришь на святого Бога, очаровываешься, и это вдохновляет дальше двигаться. Ваш любимый текст о святости, могли бы вы привести? Это из послания апостола Павла можно взять послание к своим соплеменникам. Послание к евреям, 12 глава, текст 14. «Именем Господа Он просит их и сегодня просит нас. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Помолитесь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты, будучи святым, чистым, праведным, не побрезгал каждого из нас, не возгнушался нашей жизнью, испорченной неудачами, падениями, грехами. Ты не Прошел мимо никого из нас, но остановился, чтобы явить свою доброту, доброжелательность, явить свою заинтересованность в нашем новом успехе, в нашем преодолении всего нечистого и неправильного. Благодарим, что ты, святой Бог, при покаянии, прощая верующего человека, признаешь его, объявляешь его святым и даришь белые одежды. Помоги нам, Господи, ценить, дорожить Твоим великодушием, Твоей удивительной любовью, Твоей святостью, которую Ты даришь в начале узкого пути каждому верующему. Помоги нам в этой святости расти, удаляться от всякого зла, от всякой неправды, взирать на Иисуса и соблюдать Его добрые заповеди. Мы дальше, Господи, нуждаемся в этой силе небесной, чтобы хранить и преуспевать в святой жизни по примеру Христа. И дальше помоги нам в этом. А мы Тебя благодарим сердечно, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Мы с вами прощаемся. И хотим обозначить следующую тему. Называется она Троица слышит. До следующих встреч.